Привет, меня зовут Даша. Много посылок у меня на этой неделе. И так как я продолжаю заказывать книги, соответственно, они мне продолжают приходить. И следующая посылочка у нас от интернет-магазина Литеру. А так как посылка шла очень долго, что вообще, кстати, не похоже этот магазин, я сама забыла, что я там заказывала, И для меня это будет сюрпризом, как и для тебя. Обожаю сюрпризы, а ты? Ой, это прям предвкушение. Итак, первое, что я выуживаю, это вот такую смешную магнитную закладку. Называется, где я, по-моему? А, я здесь. Такая смешная, такой черный фон, типа темнота, да? И такие глаза такие... А, и вот здесь подписано внизу белым «Я здесь». Это книга из ряда тех, которые крепятся на форзаце книги. Или на первой странице, или на последней, не знаю, я еще не пробовала. И, то есть, здесь вот этот кончик. Он представляет собой такую книжку-магнитик, который цепляется за последнюю страницу. Как бы тебе показать, чтобы не сливалась с моим диваном. Да, специально я такую закладку брала для широкоформатных книг. Мне почему-то показалось, что широкоформатные книги будет с ними легко читать. Не знаю, как это будет на практике на самом деле. Посмотрим. Книги какие-то лежат. Я и забыла. Итали Гилберт. «Моделирование будущего». Тут есть диск. Прикольно, тут есть мультик. Не уверена, что смогу тебе показать. Смотри. Короче, вот эти вот рисуночки в углу страницы, они... мультик такой получается. Ничего не могу сказать по этому поводу. Видимо, меня вдохновило на эту покупку похабов, наверное, потому что книга вышла удачно, я подумала, почему нет, тем более он мне так нравится, он такой обаяшка, такая лапочка, такое солнышко, такой смешной, такой зайка. Что у меня за зоопарк начался, я же его никогда не любила, этот зоопарк. В общем, очень обаятельная, славная, милая, очаровывающая личность. И я подумала, ну такой человек мог, наверное, что-то стоящее написать, я надеюсь. Далее, неофициальная жизнь Романовых, автор Михаил Пазин и царский Декамерон. На самом деле, я очень интересуюсь как Романовыми, так и, ну, вообще царской династией. Поэтому и Рюрикович в том числе не делал различий. Вот, и решила взять такую книгу. Ага. Джули Пауэлл, Джулия, готовим счастье по рецепту. Так, это книга, по которой был снят фильм. Я слышала такой отзыв, что... Но так как на эту книгу была нереальная скидка, по-моему, 30 рублей она стоила, или 40 даже, я подумала, почему бы нет? Взяла, потому что от фильма я без ума, он мне очень нравится. Посмотрим, в общем, что из этого выйдет. И опять Романовы, кто бы мог подумать. Автор Игорь Курукин, то есть вот его имя. «Жизнь замечательных людей», серия. Ого, давненько я этот логотип не видела на книгах. Почему я взяла эту книгу? А вот написано, что это серия биографий, основана в 1890 году, да? И продолжена в 1933 году. К
Книга Романовых, продолженная в 1933 году, после революции, когда горели репрессии, когда тебя могли посадить в тюрьму просто за то, что ты Романов, когда люди прятали свое аристократическое происхождение, когда быть даже самым дальним родственником, даже самого захудалого аристократа было худшим преступлением. Что-то у меня нет доверия к этой книге почему-то, не знаю почему. Даже не знаю, зачем я ее заказывала. Почту узнаю. И последнее, что я тебе покажу, это вот такая огромная закладка. Написано «Воскресный день, Санкт-Петербург, начало 20 века», так как я очень равнодушна к Санкт-Петербургу, все мечтаю туда съездить. Меня заинтриговало, как эта закладка пазл. Ну, пазл, наверное, потому что она такая двойная. То есть их можно использовать как разные, вряд ли как одну. Вот. Мне Акунина не с чем читать, а такая закладка подходит. Будем прощаться. Тебе желаю интересных книг, интересного чтения. Don't worry, be happy. Пока!